Привет, любишь аниме? Хочешь быть в курсе всех последних событий в мире аниме? Тогда мой контент специально для тебя. Поставь лайк, подпишись, напиши какой-нибудь комментарий. Ну, а у нас сегодня выпуск новостной. Что произошло за последнюю неделю в мире аниме и т.д. и т.п. В общем, с вами Рубин Гик и погнали! «Демон с угла улицы» – тизер второго сезона комедийного аниме о нелегкой жизни девушки-демоницы. Официальный сайт аниме «Демон с угла улицы» представил тизер второго сезона – сериал «Демон с угла улицы 2» «Мачикадо Мазоку 2 Хоум» начнет выходить с апреля. Все сэйю и авторы вернутся из первого сезона. Юку Йошида, обычно 15-летняя девочка, проснувшись однажды утром, обнаруживает, что обладает демонической силой, и теперь ей надо победить местную девочку-волшебницу. Только так она сможет снять проклятие 40 тысяч иен за один месяц жизни. Да, теперь у нее есть рога и хвост. Но, по правде говоря, ее сила даже меньше, чем у обычной девочки. Первый сезон выходит с июля по сентябрь 2019 года. Изуму Ито выпускает комедийную Йонкому в журнале Manga Time Kirara Karat с сентября 2014 года. Шестой том вышел 25 февраля прошлого года. Вторая новость. Показ аниме-сериала «Дзаймон» начнется в апреле. Стало известно, что в апреле начнется показ аниме-сериала, основанного на манге «Дзаймон Диамион». Нагому Ирина оставит свой дом и семейный бизнес в Киото, чтобы осуществить мечту – стать музыкантом. Однако, узнав, что его отец попал в больницу, он возвращается домой, чтобы принять бразды правления традиционной кондитерской рёкушё. Но, как оказалось, за время его отсутствия в кондитерской начала работать девушка Ицука Юкихира. Местонахождение родителей Ицуки неизвестно. Других родственников у нее нет. И Нагому становится приемным отцом Ицуки. Однако Ицука не сильно жалует Нагому, ведь он бросит семью ради карьеры музыканта. Она заявляет, что однажды будет управлять кондитерской вместо Нагому. Авторы данного произведения – режиссер Фумитоши Ойзаки, Ромео и Джульетта «История мер», сценарист Рейко Йошида, Лис и синяя птица «Форма голоса», дизайнер персонажей Сакая Шибуя, «Беспокойная жизнь кентавра», сайт девочек-волшебниц, композитор Рэн Такада, лайв-экшн «Любовь слепа», студия «Эн Коурэйдж Фильм», кролика заказывали 3, история Перк, сэйю Нагому Ирину, Нобунака Шимазаки, Юджу Гею, сериале «Мастер меча онлайн», Алисизация, Рицуку Фудзимару в сериале «Фейл Гранд Ордер. Последний рубеж в войне против демонических существ. Вавилония». Ицука Юкихира, Кодзуя Юки. Хейго Ирину, Рике Каяма, Когуро Мори в сериале «Детектив Конан». Кири Ицугу Эмия в сериале «Судьба Зиру». Фуки Ирина, Саяко Охара. Ирисвиль Вон Эйн Бейрн в сериале «Судьба Эйро». Эра Скарлетт в сериале «Сказка о хвосте феи». Масо Тацуми, Хироши Ивасаки, Галант в сериале «Семья смертных грехов», «Возрождение от заповедей», Бахус в сериале «Ярость Бахмута. Происхождение», Отсуру Сан, Сацуки Юкино, Канами Чидори в сериале «Стальная тревога», Роб Помацу в сериале «Эксель Сага», Саки Сету, Такума Нагацка, Лео Сайонзе в франчайзе «Король призм», Мия в сериале «Скейт бесконечность», Мицури Хорикава, Минори Сузуки, Фрея Вион в сериале «Макрос Дельта», Росина в сериале «Власть книжного червя 2», Каноко Мацуказе, Минами Такахаши, Нежими Тадокоро в сериале «Кулинарные поединки», Грин в сериале «Бойцы будут отправлены», Хииро Кисаичи, Саори Хаями, Йоцугу Ононоки в сериале «Легенда о фальшивках», Амели Азазель в сериале «Добро пожаловать в ад» Ирума, Томоо Юкихира, Йошицугу Мацуока, Кирита в сериале «Мастера меча онлайн», Сомо Юкихира в сериале «Кулинарные поединки», Ичимицу Ирину, Идзо Оекава, Айсберг в сериале «One Piece», Йоко Ирину, Миху Йошида,
Афуруман в сериале «Эль Хазар Странники». Кто не понял, что за набор слов это был, это были имена персонажей, имена людей, которые их озвучивали, и другие их работы в других сериалах. Итак, оригинальная манга «The Aimon», над которой работает Рин Асана, выходит в журнале Young Ace с мая 2016 года. На данный момент выпущено 12 томов манги. И заключительная новость на сегодня. Моя сводная сестра, моя бывшая девушка. Трейлер автора и своей романтической комедии с небанальной завязкой. У аниме «Моя сводная сестра, моя бывшая девушка» Мамахаха но Цурего га Мотокану Дата открылся официальный сайт и сразу представил трейлер, команду авторов и сею главных персонажей. Сериал выйдет в этом году. Мизуто Ириду и Юми Аяи были парой в средней школе. Поначалу все шло хорошо, но чем дальше, тем отношения становились хуже, и к моменту окончания средней школы они расстались. Но за день до вступления в старшую школу они вновь встретились самым неожиданным образом. Их родители объявляют о браке, а Мизуто и Юми становятся сводными братом и сестрой. Ставя чувства и отношения своих родителей на первое место, они устанавливают правила брата и сестры, согласно которому тот, кто первым испытает влечение к другому, проигрывает. Но когда они встречаются в ванной, вместе ходят в школу и живут под одной крышей, да еще и с воспоминаниями о прошлых отношениях, как же они могут игнорировать друг друга? Так, над Сэю работали Мизуто Ирида, Хирошимоно. Он также участвовал в «Зеницу Агасуму» в сериале «Истребитель демонов», Даби в сериале «Моя геройская академия 2». Юми Ирида, Рина Хидака. Снималась Милиан Нава в сериале «О моем перерождении в Силисе». Фиру в сериале «Восхождение героя щита». Авторы. Режиссер Шинсуки Янаги, низкоуровневый персонаж Томодзаки Кун, «Работа для дракона». Сценарист Деко Акао. У Коми проблемы с общением. Любовь похожа на прошедший дождь. Дизайнер персонажей Касуюки Сато. Страсть на кончиках пальцев. Мой друг детства пожарный. Студия Project No 9. Я побрился, затем привел домой старшеклассницу. Особый отряд HX Eros. В общем, Кёска Каниширо публикует романтическую комедийную новеллу на сайте Такуёма с августа 2017 года. Кадокава создает серию под импринтом Сникер Банку с иллюстрациями художника Такаями Арифурета. С декабря 2018 года 8-й том выйдет с 1 февраля. Тираж Ранобу составляет 500 тысяч печатных экземпляров. В рейтинге Kono Light Novel Ga Sugoi это Ранобу великолепно. Работа заняла 7-е место в 2020 и 5-е в 2021 году в категории Бункобону. Также у Ранобу есть манга-адаптация. Ну что, ребята, вот такие вот новости у нас были за прошедшую неделю. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска. Новости у нас выходят каждый понедельник. Мы обсматриваем самые горячие новости за последнюю неделю. В общем, с вами был Рубин Гик. Всем добра, всем пока.